В Охотском море спасены 3 из 4 касаток, которые попали в ледовую ловушку. Сотрудники МЧС расчистили им путь к большой воде. Во время прилива морские млекопитающие, в том числе детеныш, смогли выбраться из плена. С большим трудом помогали самой большой 7-метровой касатке, которая подплыла слишком близко к берегу и застряла на камнях. По словам очевидцев, она ранена. Спасателям удалось переместить кита с мелководья на участок, где глубина превышает 1,5 метра. Сотрудники МЧС и добровольцы продолжают разбивать лед.